проходило дальше. Дальше он нес на себе печать некоторого изгойства. Тот тоже факт, который меня поразил. Что потом рассказывал, подтверждается по разным источникам. У меня было такое ощущение. Вот что так произошло? Он в этой его родной деревне, Сростки, это большое тайское село, там в одну ночь у ГПУ арестовало 80 человек. Дальше их увезли в Барнаул, и фактически без суда и следствия, ну или был суд тройка, их расстреляли, хотя никому из родных об этом не говорили. Очень долгое время, равно как и все остальные жители села, у которых были арестованы либо отцы, либо мужья, либо дети, никто не знал о судьбе этих мужчин. И он тоже не знал. Но вот у меня было какое-то ощущение, что вот если мальчик, да, вот в такой ситуации потерял отца, как к нему должны относиться односельчане? Наверное, с каким-то сочувствием, состраданием. Ничего подобного. Он рассказывал, когда он выходил на улицу, говорили, у, враженок идет. И вот он с детства нес в себе вот это вот сознание, что он сын врага народа. Шукшина есть такая запись, его рабочих записей, у него есть такая мысль, что я всю жизнь прожил со сжатыми кулаками. Вот ощущение такое, что у него эти кулачки сжались, когда он был трехлетним мальчиком, и всю с него жизнь они не разжимались. И этого он советской власти не мог простить. Это действительно была его такая глубочайшая кровная обида, обида человека, обида мужская, обида сыновья и обида, что очень важно, обида художника. Но что происходило дальше? Дальше мама Василия Макаровича, которую он всегда безумно любил, и которая действительно сыграла огромную роль в его жизни, она некоторое время спустя второй раз выходит замуж. Надо сказать, что этот момент очень тонкий и деликатный, потому что, как я уже говорил, никто из этих людей не знали, что их мужья, из этих женщин, что их мужья были расстреляны. Но формально они имели право с ними развестись и второй раз выйти замуж, что и сделала мама Василия Макаровича. Из 80 женщин только две это поступили, так сделали. Это говорится о них не в осуждении ее и не в укор. Мы в данном случае судить кого-либо бессмысленно, тем более она не очень любила своего мужа, и почему-то такая тонкая семейная история. В любом случае, когда она второй раз выходит замуж, Шукшин с самого низа, вот что мне кажется еще очень важно в истории Шукшина, что это человек, который вот как бы начинал, стартовал с самого низа, сын врага народа, а был похоронен на Новодевичьем кладбище вместе с советской элитой. Вот этот путь, вот этот взлет, который он проделал в своей жизни, он, с моей точки зрения, чрезвычайно интересен, показателен, вот как бы механизм этого пути, он заслуживает внимания. Итак, они поднимаются на ступеньку выше, когда она второй раз выходит замуж, и он теперь не сын врага народа, а сын просто обычного советского человека, причем даже не колхозника. Его отчим был не колхозником, а он, в общем-то, свободным крестьянином, насколько в ту пору это было возможно, он занимался закупками, какой-то кооперацией работал. Вот, они уезжают из деревни, переезжают в город, так сказать, тоже очень важный момент. Шукшин, хотя и считается классиком деревенской прозы, деревенской литературы, что абсолютно справедлив, он в деревне жил не очень долго, он в деревне жил такими кусочками. Но, конечно, деревенский опыт для него очень много значит. Дальше начинается война. Этого человека убивают, его отчима, Павла Сергеевича, к которому, кстати, он относился довольно плохо. Он как бы к отцу он тянулся, а отчим он не воспринимал. Убивают. До этого момента он еще успел в селе, куда они незадолго до войны вернулись, он успел построить очень большой, хороший дом, лучший в селе, потому что он неплохо зарабатывал. И вот так получилось, что в годы войны в Сростке становится райцентром. И, соответственно, там райком партии и всякие прочие районные организации. На второй половине этого дома поселился секретарь райкома партии, который очень привязался к мальчику, который жил на второй половине. А Вася, вот в силу того, что у него были сложные отношения со сверстниками, вот в этот ранний период, потом все изменилось. Но в ранний период он чувствовал себя таким изгоем, очень любил читать книжки. Поэтому все эти легенды, что он был неначитанный, необразованный, то когда он поступал в ВГИК, там его читал ли ты «Войну и мир», да нет, она больно толстая книжка, не читал, это все его байки, это все его легенды, это все мифы, которыми он окружал собственную личность, там, по разным причинам, он был очень начитанный, действительно.